Здравствуйте, в эфире выпуск новостей, в студии Виктор Раду. Преступник, жестоко убивший пенсионерку в Любашовском районе, пытался сбежать в Россию. Как мы уже сообщали, трагедия произошла на днях в селе Троицкое. На теле убитой женщины насчитали 14 колото-резанных ран. Под подозрение попал гражданин Азербайджана, которого в тот день видели в неадекватном состоянии и с ножом. Служебная собака, взяв след у дома убитой, привела к месту его жительства. На поиски преступника бросили все оперативные силы. Мужчину задержали в Керчи, когда он пытался пересечь границу. Пенсионерку он хотел ограбить, однако она оказала сопротивление, за что и поплатилась жизнью. А в Ильичевске суд приговорил к 7 годам лишения свободы 27-летнего жителя города, который пытался убить своего бывшего товарища. Между друзьями несколько лет назад произошла размолвка. Они перестали общаться, но обида осталась. В тот роковой день бывшие приятели случайно встретились и повздорили. Потерпевший получил 8 ударов ножом в область шеи и грудной клетки. Оставив его истекать кровью, злоумышленник ушел домой. Потерпевший остался жив только благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Улица Бунина – это не только центр города, но и одна из самых известных улиц Южной Пальмиры. Дома здесь создавали признанные мировые архитекторы Бернард Датци, Крюнер, Гонсиаровский. На этой улице, именуемой до революции полицейской, жили и творили Мицкевич, Бабель, Багрицкий, Ойстрах и многие другие. Поэтому особенно печально, когда живая история рушится на глазах, как это происходит, например, с домом номер 2 по улице Бунина. Этот дом, как и ряд его знаменитых соседей, является памятником архитектуры. Но, несмотря на громкий статус, положение, в котором оказалось старое здание, крайне плачевно. Полгода назад, говорят обитатели архитектурной достопримечательности, здесь треснула канализационная труба. И все отходы начали выливаться в подвал. В парадный дом стоит невыносимый запах, а само здание начало сыреть и рушиться. Но ни одна из городских служб, возмущаются жители, на проблему не отреагировала. У нас ситуация аховая, если можно так сказать. С апреля месяца почувствовали запах влаги, сырости в подъезде. Стали ходить в ЖЭК, просить, чтобы устранили течь. Зашли, чтобы хотя бы зашли в подвал и посмотрели, что там произошло. Никакого ответа, ни привета, вообще ничего не было. Дошло до того, что все эти писали туда, да, вот все соседи писали, и не единожды обращались. В настоящий момент в подвале просто бассейн из фекалий и воды. Вот так вот по пояс. Ситуацию с канализацией усугубило и без того плачевное состояние дома. Повсюду трещины, рушатся стены, проваливаются полы и потолки. Люди говорят, боятся находиться у себя в квартирах. У нас просто садится дом, особенно вот с этой стороны. Вот эти огромные трещины уже Рая, наверное, показывала, да? За счет того, что садится дом, садятся двери. У меня перегородка между соседями, на ней трескается кафель, она просто вся вздувается. Первым уже лет 10 никто не живет, стекла выбиты. И когда на улице 15 градусов мороза, у нас по полу ходить нельзя, такой холодный пол. И при том там все это сыреет, обваливается. И ЖЭК, ну мы писали, сейчас перестали писать, потому что бесполезно. Статус памятника архитектуры, сетуют местные жители, не спасает дом от разрушения. Ведь местные чиновники попросту забыли об этом историческом достоянии. Это здание – памятник архитектуры. И если верить табличке, охраняется государством. Вот только если посмотреть на внешний облик дома, судя по всему, никто никакой заботы о нем не проявляет. Мы хотим, чтобы это узнали через телевидение, через газету, через печать, что дом – памятник архитектуры, а рушится на глазах. И так упадет вообще этот дом. У нас не так, ну, это немного жилого фонда, чтобы его так вообще эту расточительностью заниматься. Вообще. Местные жители надеются, что городские власти все же обратят на их дом свое внимание. Ведь если не принять меры в ближайшее время, можно не только потерять памятник архитектуры государственного значения, но и не избежать человеческих жертв. В Белгороде-Днестровском в одном из частных домов из-за разгерметизации взорвался самодельный угольный котел водяного отопления. Пострадал 34-летний мужчина. Он получил ожоги 30% тела. На скорой пострадавший доставлен в ожоговый центр. Кабинет министров распорядился закрыть скандально известную фонтанскую школу-интернат для трудных подростков. Согласно постановлению, ее воспитанники продолжат обучение в других учреждениях. В правительстве закрытие объясняют оптимизацией сети школ социальной реабилитации.
О фонтанской школе-интернате стали активно говорить после того, как в январе этого года там скончался 12-летний Миша Никитин. Информация, что ребенок погиб от побоев, не подтвердилась, но прокуратура выявила множество других нарушений. В частности, были зафиксированы антисанитарные условия проживания детей, отсутствие организованной медпомощи, использование некачественных продуктов, принудительное использование труда детей на подпольном производстве глиняных изделий. В связи со всем этим Одесская облпрокуратура обратилась в Генпрокуратуру и Минобразования с вопросом о целесообразности существования фонтанской школы-интерната для трудных подростков. Внимание, розыск! Сотрудники милиции и родители разыскивают 17-летнюю девушку. Анна Ермошек, жительница села Нати, 22 ноября вышла из дома без верхней одежды, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы Анны. На вид 18-19 лет. Рост 162-164 сантиметра. Плотного телосложения, волосы светлые, прямые. Особые приметы. Имеется шрам на руке от перелома. Всех, кому что-либо известно о пропавшей девушке, просят сообщить по телефонам 096-601-8219, 063-978-6016 или 102. Персональное голосование и соблюдение регламента – это основные нормы, придерживаться которых должны представители депутатского корпуса. Депутаты городского совета вместе с общественниками разработали меморандум о противодействии голосованию чужими карточками. Основные принципы документа обсудили в ходе круглого стола. В разработанном депутатами меморандуме закрепляется понятие «личное голосование», а также прописан четкий механизм персональной регистрации депутатов. Кроме этого, в документе предлагается полностью отказаться от практики так называемого «пакетного голосования». К сожалению, мы имеем факт налицо вопиющего попрания закона, и очевидно, тех норм, которые существуют в регламенте, их просто недостаточно, либо они не выполняются. И поэтому комитет избирателей поддерживал и будет поддерживать те поправки, которые вносятся к регламенту группой депутатов. За принятием каждого решения должна стоять персональная политическая ответственность депутата, уверены участники круглого стола. Как только мы с вами, мы, депутаты горсовета, или вы, средства массовой информации, а это уже было на прошлой сессии, замечаем подобные факты, то по требованию одной трети части депутатского корпуса мы имеем право приостанавливать рассмотрение вопроса, приостанавливать процесс голосования и провести дополнительную перерегистрацию присутствующих. Несоблюдение основных норм регламента и правил голосования может поставить под сомнение легитимность принимаемых на сессиях решений и работу городского совета в целом, убежден депутат. Мы не имеем права ни морального, ни политического дать возможность кому-нибудь реализовать на практике ситуацию, которая может быть очень небезопасной. Чтобы каждое практическое решение, принимаемое в здании городского совета, может быть рано или поздно отменено. Участники круглого стола призвали всех депутатов поддержать меморандум. Ведь персональное голосование – это политическая норма любого цивилизованного государства. Коль скоро мы хотим жить по-европейски, то давайте начнем хотя бы голосовать по-европейски, то есть по закону. Поэтому я глубоко убежден, что нам все-таки удастся эту ситуацию принятия необходимых изменений в регламент довести до логического завершения. Уже на ближайшую сессию, которая состоится 4 декабря, проект решения о внесении изменений и дополнений в регламент Одесского городского совета 6-го созыва будет вынесен на рассмотрение депутатов. Ко дню национального единения Румынии, которое отмечается 1 декабря, в нашем городе проходит цикл культурно-просветительских мероприятий, направленных на широкое знакомство одесситов с этой страной, ее культурой, богатой историей и современностью. В Национальной библиотеке имени Франко состоялась литературно-музыкальная встреча студентов-историков университета имени Мечникова, дипломатов и непосредственно сотрудников библиотечного корпуса. Мероприятие прошло при поддержке общественной организации «Интеллектуальный форум».
1 декабря 1918 года румыны из Трансильвании и Баната проголосовали за объединение с Королевством Румынии. Эта дата стала отправной вехой в формировании современного самостоятельного государства. Исторический экскурс «Прошлое и настоящее Констанцы» под аккомпанемент национальных мелодий, рассказы о Румынии, сказочной, волшебной, неповторимой и неповторимой живописными ландшафтными пейзажами и художественными болотами Николая Григореску или музыкальными мистериями Джорджа Энеску. Как отмечают организаторы встречи, нас связывают не только многолетние культурно-исторические отношения, но и прагматичные взаимовыгодные экономические связи. В этом году был очень успешный год в наших отношениях. Было несколько встреч на уровень министра иностранных дел, уровень замминистра и в Киеве, и Одессе. Планов экономических, культурных, социальный и политический, конечно. У нас есть очень хорошее сотрудничество, и мы были очень тесны рядом Украина в этом процессе, который имел мандат ОБСЕ. И, конечно, мы говорили много отношений с Европейским Союзом. За годы сотрудничества были успешно реализованы многочисленные проекты в культурной сфере. Это и обмен делегациями, туристическими группами, проведение спортивных состязаний, участие в симпозиумах и конференциях, кино- и фотофестивалях, художественных выставках. У нас буквально в прошлом году проходила конференция-выставка в библиотеке Мечникова. Приезжали профессора из Галатского университета, представляли нам довольно такую богатую экспозицию по народной вышивке. По-моему, они везли даже 18 века, то есть это действительно ценно, действительно интересно. Помогала в переводе с румынского на русский. Я изучаю все источники, и историографию в том числе, про румын и упоминания румын на территории Буджака. С конца 90-х годов прошлого века проводятся совместные исследования по нескольким историко-этнографическим направлениям студентов и сотрудников исторического факультета Одесского университета имени Мечникова и Нижнедунайского университета в Галаце. Мы з'ясували, що річка Дунай з найдавніших часів не була перепоною, тому що археологічні культури, які на території нинішньої України, на території нинішньої Румунії у 3-му-2 тисячолітті займали цю територію, і річка Дунай їх не розділяла. У 18-му-19 століття взаємини населення лівого берега Дунаю і правого берега Дунаю були настільки активними, що можна говорити сьогодні, що існує Нижньодунайський комплекс народної культури, традиційної культури, він ще не досліджений. Результати дослідження лягли в основу совместних научних трудов. Намечені нові направлення увлекательної і познавательної діяльності, о чому говорилось в ході нинішньої встречі. По традиції даного мероприятия Генконсульство Румынии в Одессе проводит совместно с общественной организацией «Интеллектуальный форум», который возглавляет известный промышленник и меценат Алексей Казаченко. Своеобразной визитной карточкой интеллектуального форума является поддержка исследований самобытной народной культуры. Интеллектуальный форум периодично организовывает такие подсумковые встречи с представниками Генерального консульства Румынии в Одессе. И такие встречи проходили мы за участью викладачів и студентов. Генеральное консульство уже не один рік координує цю роботу. Мы отримуємо організаційну допомогу. Большую помощь в исследовательско-просветительской работе оказывает и Центральная городская библиотека имени Франко, которая в рамках программы краеведческого марафона «Одесса. Город друзей» открыла свои двери для представителей дипломатического корпуса города, ученых, краеведов и всех, кто интересуется историей и современностью своей страны, а также наших соседей. В этом отношении Генеральное консульство Республики Румынии в Одессе выступает одним из самых активных пропагандистов. 17 ноября завершился прием заявок на участие в конкурсе «2000 школ» второго этапа национального проекта «Открытый мир», который проходит по инициативе президента Украины Виктора Януковича и представляет собой революцию в сфере среднего образования. По результатам конкурса будут отобраны 2000 школ, ученики которых получат планшеты и ноутбуки, доступ к учебному порталу. Всего было подано свыше 4000 заявок, 40% из них из сельских школ. Наибольшую активность проявили учебные заведения Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Львовской и Запорожской областей. На первом этапе в открытом мире принимали участие 54 средние школы, преимущественно сельские.
В специализированной школе номер 155 физику преподают на английском языке, но даже технически подкованных учеников поразили планшеты вместо учебников. Пока что мы почти на каждом уроке работаем с интерактивными этими досками. Нам там показывают всякую интересную информацию, показывают видео в интернете. Использование мультимедиа и доступа к сети интернет в школе – это новейшие технологии, которые становятся доступными украинским школьникам. Программа «Відкритий світ» – це сучасні технології, які впроваджуються, повсюджуються в шкільну освіту. Адже рівень шкільної освіти вже досить устарів і потрібно підніматися на значно вищий щабель. Кроме того, родители смогут проверить успеваемость ребенка, не выходя из дома, просто посетив сайт в интернете. Це принципово нові методики не лише викладання в школі, це принципово нові методики навчання, в які будуть втягнуті батьки. Учасники первого этапа «Открытого мира», кроме планшетов, получили самое современное учебное оборудование – цифровые лаборатории по химии, биологии и физике. Мы охопили 54 школы в усіх без виключення регіонах України. Второй этап проекта охватит уже 2000 школ, а к концу 2015 года все общеобразовательные учебные заведения станут участниками «Открытого мира». Нынешним молодым людям предстоит решать судьбу своей страны. Вопрос ли это далекого будущего или историю своего государства молодежь пишет уже сейчас? Об этом после новостей в программе «Тема дня». Алиса Алданова беседует с заслуженным юристом Украины, заместителем председателя Союза юристов Украины Валерием Лакайчуком. Мы говорили, что молодежь аполитична. Сегодня она не аполитична. Но не хочет иметь посредника. Она хочет высказывать, извини, и власть по-другому сейчас смотрит, да? Вчерашнее выступление Януковича, он аплодировал Евромайдану, вот тому студенческому, да, понимаете? Но сегодня, вы же понимаете, из-за недоверия политическим элитам и позиции оппозиции, да, люди не выходили на Майданы, правда, да, даже за деньги. А это безденежный выход, вот в чем вопрос. Это не 2004 даже год, чтобы вы понимали, это повторение 91-92 года. Помните, когда студенты вышли, да, к Верховному Совету и скинули правительство Фокина, да? В реальности это вот такой это элемент давления на сегодняшнюю власть. И в принципе власть должна задуматься. Сотрудники милиции на Одесском железнодорожном вокзале по горячим следам задержали вора. Мужчина обокрал дремавшего пассажира. Но злоумышленнику не повезло. Кражу заметил бдительный молодой человек и сообщил об инциденте в линейный отдел милиции. К старшему оперуполномоченному сектора уголовного розыска обратился 18-летний одессит, который сообщил, что на платформе неизвестный мужчина обокрал дремлющего пассажира. По приметам, сотрудники милиции недалеко от места происшествия задержали злоумышленника. Им оказался 39-летний житель города Котовск. На перроне железничного вокзала міста Одеси до співробітників карного розшуку лінійного відділу звернувся 18-річний громадянин міста Одеси, який пояснив, що став свідком, як невідомий громадянин здійснив крадіжку у дрімаючого пасажира. За вказаними предметами був затриманий 39-річний житель міста Котовська, Одеської області, у якого були вилучені два мобільні телефони та портмоне. Как выяснилось, задержанный раньше уже привлекался к уголовной ответственности за кражи и разбой. Два года назад он вернулся из мест лишения свободы. Но уже в сентябре нынешнего года его задержали сотрудники милиции за мошенничество. Суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы с испытательным сроком. Но гуманностью суда мужчина не воспользовался. Видел пьяного человека. Подошел к нему, открыл сумочку и вытащил телефон. Человек при этом спал? Нет, он не спал, он пьяный был. Что вас подтолкнуло на совершение этого правонарушения? Доехать домой. Материальная, как говорится, нужда. По словам подозреваемого, в Одессу он приехал в поисках работы, а увидев дремлющего пассажира, не удержался от соблазна обогатиться за чужой счет. По факту кражи открыто уголовное производство. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок до 5 лет. В Одесской области накрыли подпольный цех по изготовлению ликероводочной продукции. Массовое нелегальное производство горячительных напитков осуществлялось с использованием в качестве сырья контрабандного спирта. Руководила цехом предприимчивая жительница Раздельнянского района.
Как рассказали в пресс-службе Главного управления Миндоходов Одесской области, в ходе проведенного сотрудниками Следственного и оперативного управления обыска выявлены и изъяты стеклянные бутылки с этикеткой «Квинт», заполненные жидкостью коричневого цвета с характерным запахом спирта, а также специальное оборудование и материалы для изготовления фальсифицированных алкогольных напитков. Всего в ходе проведенного обыска выявлено и изъято свыше 200 литров спирта и 400 литров незаконно изготовленных ликероводочных напитков на сумму 47 тысяч гривен. Технологическое оборудование для изготовления алкогольных напитков и вспомогательные материалы на сумму 7 тысяч гривен. Всего с начала года усилиями оперативных подразделений Главного управления Миндоходов Одесской области из незаконного обращения изъято ликероводочных изделий на сумму свыше 5 миллионов гривен. В 2014 году исполнится 100 лет со дня рождения известного украинского писателя, одессита Ивана Гайдаенка. Выдающийся человек известен не только своими творческими работами. Гайдаенко был морским офицером и активным общественным деятелем. В рамках мероприятий, посвященных творчеству писателя, его семья передала коллекцию книг фонду библиотеки имени Горького. Энциклопедии, словари, переводчики, художественная литература. Всего более 1000 экземпляров. Всем этим теперь могут воспользоваться поклонники творчества мастера слова. Родные писателя с радостью передали бесценную коллекцию в дар библиотеке. В коллекции представлены произведения отечественной и зарубежной литературы, книги по истории, искусству, религии. Все то, что составляло научные и культурные интересы писателя. Эта коллекция собиралась всю жизнь его, так как он писал... Обязательно писал то, что хорошо изучил, поэтому для него очень важна была книга. Все было проверено, все те материалы, которые исторически вложены были в его произведения, они все проверены, а естественно, если проверены, то прочитано очень много книг. Гостями торжества стали и представители общественной организации «Интеллектуальный форум», поклонники творчества Ивана Гайдаенко. Ведь писатель и сам в свое время был активным общественным деятелем. Именно он стал основателем Одесского областного совета мира. Сегодняшняя акция, посвященная передаче книг наследия Ивана Петровича Гайдаенко в библиотеке имени Горького, очень важна. Она не только почетна для интеллектуального форума, но она важна с той точки зрения, что пропаганда культуры писателя должна вестись непрерывно. Друзья и знакомые писателя вспоминают, Иван Гайдаенко был человеком особым. Его жизнь была яркой и насыщенной, делятся они. Все это нашло отражение и в творчестве мастера пера. Иван Петрович очень многосторонняя личность. Он и писатель, более 50 книг. Он и участник войны, участник испанских событий. К нему приезжали писатели со всего Союза и зарубежья. Его все уважали. Теперь любой желающий познакомиться поближе с творчеством и жизнью выдающегося одессита могут свободно сделать это, обратившись к фонду библиотеки. Одесситы ощутили на себе значительное понижение температуры воздуха, и это не случайно. Синоптики гидрометцентра Черного и Азовского морей отмечают 27 ноября самая холодная ночь в этом месяце. Незначительное потепление будет в ближайшие два дня. А в первую неделю зимы без осадков. Подробнее о погоде в регионе смотрите в следующем репортаже. На фоне резкого ухудшения погоды на практически всей территории Украины наш южный регион выглядит более-менее стабильно. Похолодает, но не критически. 28 ноября ожидаются небольшие осадки. Ветер северный, днем западный, 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днем 4-6 градусов тепла. Уже 29 ноября синоптики прогнозируют следующую погоду. 29 числа усиление северо-западного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. И несмотря на это, температура воздуха несколько повысится. Особенно это будет ощутимо в дневное время суток. В ночное время суток 29 ноября ожидается температура воздуха ночью от 3 мороза до 2 тепла. Днем ртутный столбик термометра повысится до отметки 3-8 тепла. По предварительным данным, последние дни ноября и первые дни декабря ожидается в целом устойчивая погода, без осадков. Температуры воздуха ночью будут слабо отрицательными, прогнозируют в гидрометцентре. В Одессе ночью столбик термометра опустится до 0 градусов, а днем температура воздуха повысится до отметки 4-9 тепла. По многолетним климатическим данным, декабрь месяц – это, как правило, неустойчивый месяц, возможно, с резкими перепадами температуры. В декабре месяце обычно –
на погодные условия по территории Одесской области оказывает влияние выход южных циклонов, смещение от холодных атмосферных фронтов, и, как правило, в декабре начинается зимний, уже по-настоящему зимний период времени. Поскольку похолодание в Одессе уже ощутимо, специалисты настоятельно рекомендуют не медлить с переходом с осенней на зимнюю форму одежды, а также обязательно держать голову и ноги в тепле. Это вся информация к этому часу. Далее прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Берегите себя и всего вам самого хорошего.